Когда в нашем университете был студенческий концерт, мне предложили выступить и спеть любимую песню. И я сразу согласился. Уже на следующий день пришел на репетицию. Мое выступление всем очень понравилось. А одногруппники сказали: «Ты молодец, не срывай свой талант в землю». Я поблагодарил друзей, но совсем не понял последнюю фразу. Что же она означает? Зарыть талант в землю, не развиваться, забыть о своих способностях. Итак, фразеологизм «зарыть талант в землю» означает погубить свои способности, не использовать их. Данный фразеологизм берет свои истоки из евангельской притчи о некоем богатом господине, который имел несколько работников. И, отправляясь в далекое путешествие, он оставил этим работникам таланты. Талант – это античная денежная единица. Одному работнику он оставил 5 талантов, другому дал 2, а третьему оставил только 1 талант. Когда господин вернулся, он спросил у своих работников: «Как вы приумножили ваши таланты?» Первый ответил, что вместо 5 отданных ему талантов он возвращает своему господину 10. Второй вернул 4, а третий вернул всего лишь 1 отданный ему талант. Он объяснил, что этот талант он зарыл в землю, чтобы сохранить его и отдать его своему господину. Господин разгневался, рассердился на него. Почему же он не приумножил свой талант, а возвращает ему только отданное? Отсюда и родилось это крылатое выражение «зарыть свой талант в землю», то есть не приумножить свой талант, не развивать его. Впоследствии талант, как денежная единица, кануло в лету, и талант получил свое иносказательное значение. Талант как способность, дарование, которое мы получаем свыше, и каждый человек должен в себе развивать. На моем родном языке эта фраза звучит так. 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来.